Сегодня я расскажу о чудесном, натуральном, свежем напитке, который позволит за 2 недели сбросить где-то в районе 5 килограмм, не прилагая никаких усилий. Ну, первое. Нам потребуется на день 1 литр чистой фильтрованной воды. Желательно, чтобы она была не кипяченая. Дальше. Нам необходим будет обязательно натуральный яблочный уксус. Далее. Нам нужен будет 1 цельный лимон и 1 кислое яблоко. Сколько точно я брал каждого ингредиента, я напишу на баннере в конце видео. Также нам потребуется настоящая куркума и настоящая корица. Дальше нам потребуется пучок петрушки и обязательно свежий имбирный корень. Итак, берем наш литр воды. Сначала берем имбирный корень, трем его на мелкой терке и просто засыпаем в нашу воду. Дальше. Выжать сок с этого очень трудно, поэтому очень мелко шинкуем вот этот пучок. Конечно же, со стеблями. Очень мелко его шинкуем. Если есть возможность еще в ступке, в очень чистой, в идеально чистой, его растереть, это будет преимуществом. Также забрасываем наш литр воды. Дальше берем наши специи, также забрасываем. Выжимаем 1 лимон сюда полностью. Не забываем про уксус и не забываем про яблоко. Яблоко тоже очень мелко крошим. Можно его также немножко раздавить. И также само забрасываем в нашу воду. Хранить такой напиток необходимо в холодильнике. Можно его употреблять охлажденным. Это будет преимущество, так как для того, чтобы его нагреть, наш организм также будет использовать энергию. Далее, после того, как где-то 3-4 часа он настоится, наш напиток, можно в принципе его профильтровать. Весь жмых убираем, остается у нас чистый напиток. Его можно уже употреблять. Делим его на равные части. Употребляем за полчаса до еды. Но если у вас проблемы с желудком, или вы будете испытывать какие-то неприятные ощущения, можно данный напиток употреблять примерно через 2 часа после еды. И, конечно же, 4-5 раз не забудьте его выпить на ночь. Вот и все. Легко худейте, убирайте свои лишние килограммы и до новых встреч на моем канале. Если вам нравятся мои рецепты, поддержите меня. Поставьте пальчик вверх, поделитесь с друзьями полезными видео. Напишите мне маленький комментарий, даже просто слово спасибо. Это будет мне очень приятно. Будьте здоровы и до новых встреч.